У маленького мальчишки Захара беда большая. Ему нужна наша помощь. У нас на Руси всегда славилось тем, что в тяжелую минуту мы как-то помогали друг другу. И надо помочь Захару. Ах, как надо. Он малышечка, он еще не понимает, что его жизнь, его здоровье зависит в большей степени, конечно, от врачей, но и от нас. И чем больше мы соберем денег для его лечения, тем мы и счастье родителям, и Захарчику большую долгую жизнь подарим. Спасибо вам всем, добрые люди.